Дилька, вставай, я кушать хочу. Да, да, встаю. Вставай. Все, все, я почти. Вставай. Давай на перегонки. Давай. Давай. Давай, чемпион. Пока. Возьми шоколадку. Посмотрим на поведение. Достаточно. Спасибо, Адиль. Мы вам обязательно перезвоним. Следующий. Адиль, вы можете начинать. Я Привет. Дома. Привет. Шоколадки принес? Хорошо себя вел? Да. Внимательно. Ты их открыл. Дика, я носок порвал. Ах ты шалун. Денег с иголкой тащи. Сейчас. Ну что, чемпион, как дела в школе? Нормально, по-английски на 5 получил. О, крутой. Do you speak English? Yes. How old are you? Мы это еще не проходили. Понятно. Доброе утро, просыпайся. Спасибо. Молодец. Okay. Давай, ты за старшего. Не балуйся, дома тебе. Okay. Нет, мы вам перезвоним. Вставай, Адилька. Ну, хорошо. Мы вам перезвоним. А по-твоему, кто сильнее, Бэтмен или Железный Человек? Доброе утро, вставай. К сожалению, вы нам не подходите. Дальше, Адилька. Мы вам перезвоним. Да, да, сейчас встану. Алло, да. Папа, все за свое творчество уводишься? Ма. Все нормально. Ты же знаешь, что я уже не молодая. Тебе бы карьеру строить. Ну что ты начинаешь? Ну почему ты не можешь быть таким, как все? Все твои сверстники добиваются чего-то. А ты все витаешь в облаках. Балам, подумай обо мне и Мади. Займись делом. Дилька, посмотри на мой рисунок.